Учебный год 2023-2024 подходит к концу. И вот 116 выпускников 11 классов уже готовятся пройти государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования. Весь учебный год они готовились к этим экзаменам, стремясь не только обладать знаниями, но и быть психологически готовыми вместе со своими родителями. Со 2 по 25 апреля 2024 года проводятся региональные тренировочные мероприятия, посвященные подготовке к единому государственному экзамену и осуществлению организационных, технологических и информационных решений на пунктах проведения экзаменов. В этих мероприятиях акцент делается на печати и сканировании всех экзаменационных материалов в аудиториях. Вчера, 18 апреля, на базе Кашхабльской школы номер 1 была проведена апробация устной части единого государственного экзамена по русскому и английскому языкам, в которой участвовали все выпускники общеобразовательных учреждений муниципального образования.